Всем привет! С вами снова я, Таня Бекметова. Повышаем трафик, лайкаем и грамотно подбираем контент. Под хэштегом Тераграмма собрали самые яркие и запоминающиеся аккаунты самарских авторов в сети Инстаграм. Начинаем наш Тераграмм. Фитнес-няша Настя Морожина пожаловалась на голодных мужиков на городской набережной. Вчера мы просто не могли спокойно и 2 метра пройти по набережной с подружкой Юлей. Все будто с цепи сорвались. Или, как сказала моя дорогуша, что за рыбалка у них какая-то сегодня? Наученные жизнью и сытые опытом по горло, мы, откровенно смеясь, шли мимо всех мужиков с такими их подкатами, пишет Настя. Путешествует по родному краю самарская художница Лена Мунтян. Есть во мне странная особенность коренного волжанина. При наступлении теплых деньков появляется неистовое желание залезть в реку, признается девушка 14 тысячам подписчиков. Без понимания причин, просто залезть, ну хоть на пару минуточек. Не знаю, приходят ли столь назойливые мысли москвичам или петербуржцам в отношении Москвы-реки или Невы. Но уже 3 июнь подряд я открываю катание на сапах. Теперь не просто торчу из воды поплавком, а активно исследую заводи любимой Волги. И душа моя становится спокойна, а заодно отличный загар и тренировка для спины и рук. Женя Платонова рекомендовала сидельцам на самоизоляции освоить счастливую привычку. Каждый раз, когда вам хочется начать фразу с «я должен», замените ее фразу «мне посчастливилось», пишет девушка. Например, вместо «я должен сидеть дома» говорите «мне посчастливилось сидеть дома». Вместо «я должен делать работу» «мне посчастливилось работать». У слова «должен» есть какой-то негативный окрас. Он будто вас обязывает, одновременно с этим забирает выбор и свободу. И именно поэтому внутри возникает сопротивление. А вот со словом «посчастливилось» все с точностью да наоборот. Оно меняет ваш фокус внимания на радость, признательность и благодарность за то, что в нашей жизни есть. Актриса Лукерья Ильяшенко озаботилась на самоизоляции вопросами собственной национальной идентификации. «Девушка, у вас такая внешность интересная. Кто вы? Татарка? Бурятка? Нет. Ну, что-то азиатское точно есть», пишет красотка. «Нет. И теперь у меня даже справка насчет этого имеется. Спасибо ДНК-тесту. Пока я вам всю свою генетическую подноготную не выложу, не успокоюсь. Уж не обессудьте, там столько открытий чудных. Я и сама долгие годы терялась в догадках. Что я за зверь такой? Родственники путались в показаниях. То якобы евреи в роду были, то прибалты, кто-то даже турками грозился. Непонятная каша из этносов и конфессий. При знакомстве я чаще всего отшучивалась и называла себя смесью дога с носорогом. Но теперь, товарищи, все будет по-другому. Лукерья Николаевна оказывается на 95% славянка. Русские, белорусы, украинцы. А на 5% прибалт, прибалка, прибалтунья. Короче, вы поняли? А что до скул и высокого лба? Так это первобытные предки по пути из Африки в Восточную Европу где-то цепанули негроида и вуаля. Через 10 тысяч лет он во мне прорезался. Такие дела. Фотограф из Тольятти Луминица Чабану подтвердила классический тезис «красота требует жертв». «Накупила я лимонов пару килограммов», пишет девушка. «Не поскупилась. Сегодня эти цитрусовые до 400 рублей за кило. Якобы они помогают от короны, но лимонов оказалось мало. Счет я не рассчитала, корзина-то огромная и надо было килограммов 5 брать. Вот такая засада», пишет девушка. «Вчера я первый раз вылезла из дома за эти все месяцы изоляции. Спасибо пацанам», сообщила 8 тысячам подписчиков самарская актриса Аксинья Иванова. «Вылезла я по делу, не потусоваться, если что. Пока сидела, не ощущала особой потребности живого общения. А вчера поняла, как же круто на природе и в тачке петь руки вверх». Маша Комкова, самарская мама 6 детей, доверенное лицо президента и губернатора, строит дом на хуторе Комковых. «Не могла вас оставить без однедельной отчетности постройки», пишет Маша. «У нас пополнение, у нашего строителя родилась дочка. И не просто родилась, он сам принял роды. Я сегодня стояла, слушала его рассказ с открытым ртом. Это страх всей моей жизни – родить где-нибудь в машине, в дороге, а у его жены так и получилось.
Так что наши строители не только дома умеют строить, но и роды принимать. А значит, им можно доверять. Он, кстати, на финальной стадии стройки. Скоро-скоро начнется самое интересное. Сегодня с дизайнером выбирали обои и краску в комнаты. Обсудили шторы. Маша Феофанова, актриса театра «Самарт», мечтает о путешествиях. У меня настроение путешествовать. Так соскучилась по поездкам, гастролям, ярким незабываемым впечатлениям. А что сейчас? У меня в голове сегодня весь день песня моей тезки Маши Распутиной. «Отпустите меня в Гималай». Ну хотя бы в Гималай. И можно не на совсем. А так, на недельку, потом обратно. Ничего-ничего, будет праздник и на нашей улице. А пока ищем гармонию и познаем садоводство в родных широтах, добавляет Маша. Перед работой заехал на Самарскую станцию переливания крови и внес свой вклад в спасение чьей-то жизни. Стал донором, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По статистике, одна донация крови – это 3 спасенные жизни. Важный показатель. Медработники рассказали, что ежегодно заготавливается более 47 тысяч литров компонентов крови. В прошлом году общее количество донаций достигло 68 тысяч, благодаря чему помощь получили свыше 200 тысяч наших жителей. Стать донором несложно, процедура занимает не так много времени и безопасно. Каждый по мере сил может сделать доброе и такое нужное дело, отмечает глава региона. Фотограф Маша Головатенко запустила рубрику «Локация». Ее суть – нужно найти такой городской реквизит в любом городе. Надо только включить немного фантазию. Можно, как у меня, подобрать все в одном цвете или, наоборот, сыграть на контрасте. В моих снимках все просто. Яркий желтый комбез с такими же яркими дорожными знаками. Это же пушка, огонь. А если еще и со вспышкой на фоне заката снять, это вообще отвал башки. Честно, попробуйте. И вы не захотите больше снимать, как раньше, утверждает девушка. На этом все. Репосты, лайки, ваше внимание нам приятно. Так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети Теры и следите за новостями в новом выпуске Терограмма. С вами была я, Таня Бекметова. Увидимся. We'll be right back.